Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у нас снова выпуск на моду на игру Когда Сесседа. И сегодняшний мод называется Время Мести. Давайте посмотрим, хороший он или так себе. Поехали. Динамит, надо этот мод, который добавляет новые пакости интерьер. Замечательная игра, просто вылетела. Короче, не нажимайте на эту кнопку. Настроечки у нас вот такие вот. Шоу, когда соседа набрало большие рейтинги, они готовятся к 4-му сезону. Офигеть. Так, всего 3 уровня, к сожалению. Ну и аватарки, блин. Утро подготовки к съемкам. Подсказочек нет. Вот и наша очередная месть. Походу, сосед не понял, что такое быть культурным. У нашего шоу огромные рейтинги, и будет не против сняться в новом сезоне и отомстить. Окей, поехали. Выглядит пока что неплохо. Мод, хотя всего 3 уровня. Ой, что-то даже у нас тут есть. Окно ночное. Это очень даже хорошо. Вот так менюшка. Неплохо, 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 неплохо. Так, ладно. Мастер на все руки. Обычные будни соседа. 18 августа. Он, как обычно, засиживал, ё-моё, свое время впустую на кресле. И вот беда. Прорвалось его любимое кресло. Образовав дырень. Ну, он с таким весом запросто мог проделать, собственно говоря. Между делом он идет перекусить, а наш герой Вуди внесет живую нотку. Окей, погнали. Посмотрим на эту живую нотку. О! Новый интерьер, новые обои. Это прикольно, конечно. Тут белые рамки у шкафа, ну и да ладно. Все равно какая-то работа была проделана. Он даже уголок заметен. Еле-еле, но заметен. Шейкер с солью. Сосед чинит свое любимое кресло. Комод переставлен. Прикольно. Вот так дырень! Вот это нифига! Ну, вряд ли это он весом тогда своим. Дырень от чего-то другого, походу. Тупая иголка, наверное, для кресла. Клубок с иголкой. Так, давайте сразу же займемся этим делом. Куда? Иди давай. Так, нет, надо его отвлечь. Так мы нифига не успеем. Шейкер с солью туда надо нам. В груши. Не просто так же оно явно тут стоит у нас. Наконец-то можно иголочку засунуть сюда. О, другое дело. Так, в шкаф прячемся. Вот интересно, что у него там с иголкой сейчас будет. Порвет сильнее. Себя случайно кольнет или что будет? Да ничего толком не будет. Особенного такого. Ну, 100% мы набрали. Так, ну и третий уровень у нас остался. О, я уже забыл, что здесь такое вот меню выигрыша было.
Старость не радость. У нашего карапуза день рождения. Как обычно, он наготовил кучу еды, чтобы набить свое брюхо. И наш мнемник приготовил тортик, но он празднует один. Как всегда. Как ни странно, у соседа также есть фанаты, которые завалили его подарками. Он их с удовольствием распаковывает. Как же испортить такой хороший день? Мы знаем ответ на этот вопрос. Да, и сейчас я вам покажу этот самый ответ. Смотрите внимательно. Что мы делаем? Смотрим письмо, в котором вся ненависть соседа написана. Посмотрим на подарки. Ох, сколько подарков. Надо будет, наверное, письмо туда положить. Что мы делаем? Берем бумагу, суем ее в унитаз, как всегда, засоряем. Кладем мыло вот здесь на плитки, на... Так, аптечка не открывается. Дальше, что мы делаем? Берем письмо, кладем его в подарки. Не на пол, а в подарки. Также берем фломастер, разрисовываем стену. Кровавый пирог у нас здесь из хардкора стоит. Дальше идем к холодильнику. Кладем яйцо в микроволновку, суем бомбу в свечи и наслаждаемся этим офигенчиком, спрятавшись при этом в шкаф. У него пластырь в мусорке, что ли? И смотрим финальную пакость. Ну что ж, вот Максимадзе вам и показал, как испортить этот такой хороший день. А этому моду я, наверное, поставлю плюсик. Получилось неплохо. Поставил бы галочку, если бы тут было бы больше уровней. А так плюсик. Если будут обновы, буду ждать с радостью. А мы переходим к следующему моду. Название мода, когда соседа месть покойника, логотип в меню не изменился, потому что я не знаю, какой он использует шрифт. Если подскажете, буду рад. Не знаю, какой-нибудь комикс Санс там выбери. Сам мод анимационный, у соседа из второй части нет некоторых анимаций, например, открыть и закрыть двери, ну это в принципе понятно. Авторы меню, когда соседа будет возвращается. Они же заклятые враги Максимадзе Social Media Life Production. Авторы анимации, когда сосед улыбается, доволен. Авторы, когда сосед хардкор перезапуск. Это Кот Борис. Один из наших подписчиков, кстати, вроде бы. Даже. Смех из разных частей Сталкера. О, господи. Когда попался Шиба Стив, это фиаско, братан. Музыка. Я танцую пьяный на столе. Нуба-нуба-е, нуба-нуба-нуба-е. Снова счастье улыбнулось мне.
King, Африка, Ла Бомба, блин. Бандиты, Сталкер, Чистое Небо, музыка на базе бандитов. Чё, блин? Совет, если уровень праздник, праздник, праздник крашнет, вам игру просто перезапустите. Если вы хорошо знаете английский язык, то, пожалуйста, свяжитесь со мной тут. Вы сможете очень хорошо помочь для перевода на английский язык. То есть вы хотите еще, чтобы мод был переведен на английский язык? Ну, короче, ладно, погнали смотреть, что это за мод такой. О, Вуди у нас, оказывается, бог. Месть покойника, да. Ну, давайте смотреть. Тут вообще ограничение по времени, видимо, нельзя отключить. Кстати, у этого мода есть еще патчнутая, хакнутая версия. Автор этого мода кидал, помимо этого, еще какую-то патчнутую, хакнутую версию. Говорит, после прохождения основной, посмотри его. Говорит, там измененный режим. Я, конечно... Неужели мне придется все это проходить целиком? Ну ладно, мы хотя бы просто посмотрим. Мы не будем, конечно, это все целиком проходить. Так, надписи не хватает. Месть покойника. О, смотрите-ка! Мы играем за соседа против соседа! Давайте отключим музыку, кстати. Мне кажется... А, если я выключу... Там тоже будет? Да, выключаем звук. Мне кажется, лучше не рисковать. Так, сосед у нас не может бегать, к сожалению. Но прикольно, давайте попробуем. Всегда мечтал поиграть за соседа. Сосед против соседа. Наверное, мы так назовем этот выпуск. Вот единственный минус, он ходит намного медленнее, чем Вуди. И это, собственно говоря, усложняет нам игру. Вот, видите, я не успел ничего сделать, потому что он такой медленный. Ё-ё. Но мне играть за соседа мне нравится. Давайте будем смотреть. Давайте будем пробовать. Месть покойника. Только почему он называется месть покойника? Что это? Ну ты выдал. Блин, ну вот это... Вот это что-то прям... Ну это чересчур, мне кажется. Какой смех, зачем? Не, ну ты чисто комик, ну ты вообще... Надеюсь, матов тут нету. Если они есть, то это плохо. Нет, маты все-таки здесь есть. Блин, автор, прошу, убери эти звуки, пожалуйста. Я думал, это мод чисто, который позволяет нам играть... За самого соседа против самого соседа. Но здесь какие-то звуки. Не, ну с другой стороны, на самом деле, очень легко в файлах игры поменять звуки на обычные. Или те, которые больше подходят нашему соседу. Это, в принципе, не так уж и сложно сделать. Может быть, я даже сам попробую потом за кадром. Красавчик, он выпил за свою победу. Но этот смех, конечно, отвратительный. Кстати, мы же не прочитали описание. Что-то тут не так. Сосед поймал Вуди и убил его. В своем любимом кресле можно забыть обо всем. У соседа есть Ольга, но ему этого мало. Он высматривает себе даму получше или очередную жертву. Вуди на это смотрит, находясь на небесах, и ему не по душе. А, так вот почему у него вот здесь вот это вот.
выходной сосед пьет пивасик. Время от времени, если у соседа совесть, время от времени он тащится к холодильнику за новой бутылкой пива. Вуди долго изучал соседа, его поведение, манеры и слабости. На смерть Вуди не помешает соседу оставаться спокойным и безнаказанным. Мысли соседа показывают, куда он вот-вот направится. Обучающих уровней, кстати, отсутствует. Ну, давайте проверим. Проходите, я думаю, вряд ли мы это будем. Мы просто будем смотреть. А, кстати, вот что надо проверить. Вот что мы должны... Мы должны проверить, что будет, если ему попасться на глаза. Проверяем. И все, да? Ну ладно, мы тем не менее посмотрели. Это точно пирог соседа. Праздник, праздник, праздник. Так, ну, наверное, крашнуть может, как тут написано, но... Пока его отложим, потом проверим. Это точно пирог соседа. Не так давно соседа навещала мама. Вместе они повеселились как следует, заметив на подоконнике соседей что-то вкусное. Сосед не удержался сцапать его. Но если как следует приспичит, забудешь даже про яблочный пирог. И сосед стрёмглав мчится в ванну. А Вуди повезло, что он когда-то в параллельной вселенной нашел тело соседа и вселился в него. А, так вот в чем дело. Он, как бог, поменял себе скин. Вуди же должен кто-то помешать соседу наслаждаться жизнью. Поскользнулся, упал, встал, взбесился. Ну давайте. Будем смотреть вообще, есть ли тут изменения. Но изменений не должно быть. Так-то мы так же играем. То есть получается, что мы играем... Получается, что мы играем на самом деле за Вуди, который изменил скин. Он как бог имеет право на это. Вон, я же показывал в GTA 5 моды, там, все, там всякий трейнер показывал, который дает тебе бессмертие. Позволяет возможность поменять скин на кого угодно. Можно же играть за кого угодно. Вуди, вот и Вуди сделал то же самое. Он что, бегать будет теперь? Как же мы теперь этот уровень пройдем? Это же очень сложно теперь. Ну, давайте попробуем. О, как я ненавижу этот смех. Ну ты выдал. Ладно, хватит, короче. Здесь. Давайте посмотрим другие описания. Соседу давно наплевать на смерть Вуди, но иногда думает о нечисти, шалящей в ее доме. Любитня играет в мяч. Метко целись в окно, детишкам нравится, как злится этот старый пердун. Вуди не нравится, он решает хорошенько проучить соседа. Сосед может громко шуметь, но это и понятно. Сосед 18+, ну почти. Спасибо, что сказали. Сегодня любимый день соседа, в его день. Вот да, любой сосед рассматривает любимые фотографии и обжирается с конфетами. Пора приготовить еще вкуснее, подумает сосед. Сосед пускает слюни, затем идет в ванну для полного кайфа. А душа Вуди уже тут как тут, не прочь повеселиться. А мы во всех уровнях за соседа играем, да? Ну, скорее всего, да. Ой, телефон садится. Ну, в котором камера. Да. Ну, ладно, давайте второй сезон там посмотрим что-нибудь. Я не буду всех уровней описания читать. Праздник, праздник, праздник посмотрим в самом конце. А потом посмотрим хакнутую, пачнутую версию. Так, а здесь он уже... собака здесь у нас. Да беги же ты, блин! Да, это будет очень тяжело действительно проходить.
Мини-зоопарк в доме. Настоящее пиршество, ё-моё. Ну и что-нибудь из третьего сезона еще посмотрим. Вот это, например. И потом праздник, праздник, праздник. Посмотрим, карачница он или нет. Праздник, праздник, праздник. Нет, он не крашнулся. Или он крашится во время какого-то действия. Ой, дверь-то закрыта. Закрыто, закрыто. А это что? Куда дверь ведет? Эта дверь ведет в подвал, мне туда не пройти. А, кстати, а как он прятаться в шкаф будет, скажите мне, пожалуйста. Или он вообще не, или он вообще не умеет прятаться в шкаф? Он не умеет прятаться в шкаф. В сезоне охоты он во всех уровнях не может прятаться в шкаф. Сидит, а под кровать посмотреть только может. Ой, что? Можно за соседа из второй части играть? Ну да, анимации не хватает. Но давайте все равно. О! Меня что, на дисках что ли продают? Нифига себе. Максимадзе, оказывается, на дисках еще и продается. На каком же в каком же магазине, интересно, он это купил? Что это за диск? Какие там записи вообще на нем? Интересно. Наверное, какой-нибудь сборник по выпускам модов на «Как достать соседа». Кстати, нету собаки здесь. Ну-ка, проверим. А, вообще ничего не написано. Ну, давайте проверим, как он сделает пакость. А еще мы проверим, что будет, если ему попасться на глаза. Ну а после этого проверим уже эту пачнутую, хакнутую версию. Блин, я все время забываю про этот ужасный смех. Теперь надо посмотреть, что будет, если попасться на глаза ему. Посмеялся и сдох. Прекрасно. Ладно, переходим к хакнутой версии. Ну-ка, поглядим, в чем тут изменения. На всякий случай давайте сбросим прогресс. Проверим, чем эта версия отличается. Он сказал, там немного изменен режим. Давайте проверим. Во всяком случае, мы также играем за соседа. По-моему, он немножко быстрее двигается, хотя, может быть, мне только это кажется. Сейчас он уйдет, пакости сделаем по-быстренькому. Я просто пока не понимаю, в чем тут изменение. Не знаю я, в чем тут прикол. В чем тут изменения, я не наблюдаю.
Короче, автор, напиши. Кто звонит, идите нафиг. Короче говоря, автор мода, напиши, в чем тут изменение. Ну а моду я поставлю плюсик. Вот этот режим играть за соседа против соседа. Это, в принципе, очень даже прикольная идея. Но вот эти смешки странные, это я бы убрал на твоем месте. Это я бы на твоем месте бы убрал. Заменил бы на какие-нибудь звуки соседа самого. А так, в принципе, эта идея очень прикольная. И кроме того, усложняет основную игру. На сегодня все. С вас лайк, с подписосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.